Всем огромный привет! Совместно с каналом Анна Флорида каждый четверг мы готовим для вас что-то вкусное по рецепту правильного питания. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Все ссылочки в описании. Сегодня расскажу, как приготовить коктейль для похудения и омоложения воду Саси. Курс приема воды Саси длится 28 дней с перерывом в 4-5 дней после первых 5 дней. Наступила летняя жара, и все мы изнываем от жажды. Тут главное не дать себе засохнуть. Проще говоря, надо много пить. Этот коктейль полезен не только для утоления жажды, но и для улучшения общего самочувствия и снижения веса. Он нормализует пищеварительный процесс, снижает брожение и газообразование в кишечнике, ускоряет расщепление жиров. Избавляет от отеков за счет насыщения организма жидкостью, улучшает общее состояние волос, также и кожи. Противопоказан он только людям с язвой желудка, гастритом и почечной недостаточностью. Приготовить этот чудо-коктейль проще простого. Берем 2 литра питьевой воды и добавляем в нее 1 лимон, нарезанный кружочками. Его можно заменить на натуральный лимонный сок. Добавляем сюда огурец, нарезанный кружочками, 1 чайную ложку имбиря и мяту. По рецепту идет 10 листиков на 2 литра воды. Я беру всего-навсего 6 примерно. Не сильно я люблю почему-то мяту. Настаиваем эту смесь целую ночь. Я ставлю эту банку в холодильник. Выпиваем воду Саси в течение дня. И важно, как же пить воду Саси. Разделяем 2 литра приблизительно на 8 стаканов. При питье придерживаться нужно следующих рекомендаций. Первый стакан натощак после пробуждения. Второй и третий стакан между первым и вторым завтраком. Через час после приема пищи и за полчаса до еды. Так вот. Четвертый и пятый стакан между вторым завтраком и обедом. Шестой и седьмой стакан между обедом и ужином. И восьмой стакан через час после ужина. Не рекомендуется пить воду Саси позднее, чем за 2 часа перед сном. Если у вас не появилась аллергии на этот напиток, как у меня, например, вечером готовим следующую порцию. Желаю вам будьте здоровы. Если вам понравился мой рецепт, подписывайтесь на канал. И до новых видео. Всем пока!